и продолжаем свой путь. Так, это записка от Папируса. Человек, пожалуйста, наслаждайся этими спагетти. Еще немного, и ты узнаешь, что эти спагетти — ловушка, приготовленная, чтобы заманить тебя. Ты так увлечешься их поеданием, что не заметишь, что ты не продвигаешься. Ты будешь гениально разыгран великим Папирусом. Хе-хе-хе! Папирус! Иди нахуй, ёпта! Подожди, а если реально их съесть? Тарелка заледеневших спагетти. Она такая холодная, что вмерзла в стол. Пиздец, мог бы хотя бы подогреть их, долбоёб. Так. Внимание, женатые собаки. И чё? Ой, блять. Так, я буду просто бегать от них нахуй. Я не собираюсь сражаться с монстрами. Это полная хуйня, типа, нет никакого смысла. Ого. Что это? Не видно нихуя, блять. Что это такое? Три камня. Сюда надо встать или что? А, три дерева, во. А-а-а, блядь! Здесь переключатель, спрятанный в снегу. Щелк. Клево. Тебе монеты дают за драку? Да мне не нужны монеты, нахуй! Зачем? Отключенная микроволновка. Все настройки гласят спагетти. Я хотел просто... Я увидел микроволновку, я хотел подогреть, но не получилось. Не вышло. Тут тоже? Тут нихуя нет. Ля, кресты, блядь. Ой. Ой. Что это за запах? Откуда этот запах? Если ты запах, покажись. Вот где этот странный запах? Мне хочется уничтожить. Уничтожить тебя. Блять. Я им палку кину, мне похуй, лови. Вы бросаете палку, и псы бегут за ней. Вы немного играете в апорт. Не трожь мою сосисочку. Чего, блять? Ой. Ой-ой-ой, парни, парни, блять. Блять, ебанутые. Все, ладно, я вас пощажу. Бля, ебанутый пиздец. Ладно, сюда 40 монет. Странные запахи могут приносить и хорошие вещи, и дружелюбно бросать палки. Спасибо, странный запах. Было весело побросаться вместе. Это мило. Хорошие собаки. Так, сначала надо считать. Превратите каждый икс в ноль, затем нажмите переключатель. Так это ж легко. Что? Как тебе удалось обойти мою ловушку? И что более важно, там что-нибудь осталось мне? Что вы скажете Папирусу о его спагетти? Я его не ел, если что. Серьезно? Ваушки. Ты противостоял вкусу моей домашней пасты. Чтобы поделиться ей со мной? Не волнуйся, человек. Я шеф-повар Папирус. Приготовлю любую пасту, какую ты только захочешь. Ебать, он добрый. Хе-хе-хе, не. Так, ну все. Все, и чё? А, все, блядь, так легко? А чё ты стоишь-то? Мой брат начал коллекционировать носки. Как печально. Иногда я думаю, чтобы он делал без такого классного бро, который заботится о нем. Бля, мне нравится Папирус, а мне нравится этот второй челик. Они мне пиздец нравятся. Так, секунду, блядь, тут... Я скипну донаты, которые с хуйней. О, ебать, смотри, что мне дали. Спасибо, это про меня. Спасибо большое, Анечка Милки, спасибо. Так, за какое-то голосовое за 2 евро скипнули только что, видимо, запретка. И последний донат. Мне нравятся Папирус и Санс, они крутые. Спасибо. Там не запретка, говорят. А что там?
Короче, это полный бадабум. Кстати, Челикс из чата бадабум. Случаем, кстати, знаете такого чела Mozilla Vika? Вот я его смотрела, а потом ему нож какой-то выпал, и он перестал стримить. Ну, видно, зажрался, ну, и решил, что, типа, на этом наживет себе, наверное, жизнь, не знаю. Вот. Но если инфа какая-то будете, пишите, потому что я его главная фанатка вообще. Спасибо, Мари Роуз, я его обязательно найду. Кстати, скоро стрим с Mozilla Vika. Так. Не-хе-хе! Бля, он даже меня не атакует, прикольно. Человек, как же мне это сказать? Твой путь сюда занял так много времени, что я решил улучшить эту головоломку, расположив снег так, чтобы он был похож на мое лицо. К сожалению, снег примерз к земле. Теперь решение другое. И как обычно, мой ленивый братец не пойми где. Полагаю, что я должен сказать... Нет волнению, человек. Я великий папирус, решу эту головоломку. И тогда мы оба сможем пройти дальше. А пока можешь попробовать решить ее сам. Я постараюсь не выдавать решения. Превратите каждый X в 0. Затем нажмите переключатель. О, это уже интересненько. Такс. Как бы мне это сделать? Идея есть? Да, я решил. Все, я решил. Эй. Бля, заново что ли надо? Ага, понял, окей. Окей, я понял тебя. Так, значит, тогда мы сделаем это... Так. Бам, бам, очевидно. Нет. Блять. Курсор убери, сори, все убрал. Так, давай попробуем еще раз. Блять, вот вся проблема вот в том, как, вот как мне его сразу активировать? Придумал, все, я знаю, как пройти. Элементарно, нахуй! Изи, ёпта! Вау, у тебя получилось! И тебе даже не понадобилась моя помощь. Невероятно, я впечатлен. Тебя волнуют головоломки, как и меня. Что ж, я уверен, ты полюбишь и следующую. А даже может оказаться слишком простой для тебя. Не! Что-то он, сука, задумал. О, привет, Санс. Читая этот донат, вы наполняетесь решимостью. Спасибо, Рин. А ты быстро справился. Отличная работа. Тебе даже не потребовалась моя помощь. И это здорово, потому что я люблю абсолютно ничего не делать. Бля, Санс крутой, мне он нравится. Так. Эй, это человек! Тебе понравится эта головоломка? Она придумана великим доктором Альфис. Видишь эти плитки? Как только я дерну этот переключатель, они начнут менять свои цвета. Каждый цвет выполняет свою функцию. Красные плитки непроходимы. Ты не можешь ходить по ним. Желтые плитки под напряжением. Они ударят тебя током. Зеленые плитки с сигнализацией. Если наступишь на них, тебе придется сразиться с монстром. Оранжевые плитки пахнут апельсинами. Благодаря им ты будешь вкусно пахнуть. Синие плитки — это водные плитки. Плыви через них, если хочешь, но... Если пахнешь как апельсины, пираньи покусают тебя. Еще если синяя плитка возле желтой, вода также ударит тебя током. Блять, что так много условий? Фиолетовые плитки скользкие. Ты прокатишься до следующей плитки. Однако скользкое мыло пахнет как лимоны, которые пираньи недолюбливают. Блять, что за хуйня? С фиолетовым и синим разобрались. Наконец, розовые плитки. Они ничего не делают. Ходи по ним, как тебе вздумается. Ну так как, все понятно? Разобрались в объяснении? Ну я вроде понял. Отлично. Осталось объяснить одну последнюю вещь. Эта головоломка совершенно случайна. Когда дерну переключатель, я создам головоломку, которую до этого никто никогда раньше не видел. Даже я не буду знать решение. Приготовься! Бля, такой бред ебаный.
Бля, это очень тупо, но смешно, пиздец. Машина не работает. На самом деле, те спагетти были весьма неплохими для моего брата. С тех пор, как он начал заниматься готовкой, его навыки улучшились. Держу пари, в следующем году он наконец сделает что-то съедобное. О, собачка, привет. Собака тупо усталась на снег, ожидая, пока он превратится в искусство. На полу внутри находится коробка шпиц изюма. Осторожно, собака, пожалуйста, погладьте собаку. На полу внутри находится коробка шпиц изюма. Какой-то козел, блядь. Понимаю, что собака никогда не оставит попытки слепить идеального песика. Вы наполняетесь решимостью. Сохранить. Привет, козел! А, это пес. Этот пес считает себя скульптором, но даже не знает, что сотворить. Вероятно, тут ничего не поможет, если мозг размером с камешек. Грустно. Так, это я уже знаю, это мы уж проходили. Такие головоломки, кстати, мне нравятся. Я люблю такие головоломки. Ой. Блять, я не знал, что там упасть можно, сука. Это кучка снега со словом Санс, написанным на ней красным маркером. Это снежный папирус. Ебать, Санса было впадло про себя что-то делать, пиздец. Так. Все, я знаю, как решить. Да, изи. Супер легко. Супер изи. И папируса возьмем. Куда я уехал, блядь? Ты что, гений? А вы не видели, как я с Али Фейс проходил? Не знаю, с головоломками у меня всегда легко, я хуй знает. Головоломки — это изи. У меня, я не совсем понимаю, как делать эти, всякие хуёвины, ну, короче, что-то найти, вот в таких вещах я типа долбоёб, супер. Эти все штуки мне изи всегда даются, всегда. Так, куда пойти-то, блядь? Вот тут конура какая-то. Камбэк, микстейк. Я влетаю на бит! Спасибо, Зера Кокос, спасибо. Гав, тут есть собака? Какая маленькая конура? А это что такое? Кучка снега. Не, блять, не хочу налево. О, собака, привет. Бля, Санси Папирус, это буквально ты, Хесус. Ахаха. Да, да, мы. Привет, собака. Хорошая собака. Ой, блять. Ой. Не надо. Это большой пес. Лови палку. Вы бросаете палку, и пес бежит за ней. Ебать, музыка прикольная. Ай. Я тебя пощажу, друг. Спасибо за 40 монет. О, собака. А что она с жопой? Так, туда я пока не пойду, надо посмотреть, что снизу. Какая-то яма. Еще одна, опа. Так, чего за... Блять. Олень, иди нахуй. Опа, ебать красиво. А туда можно упасть? Ебать красиво, смотри, дом. Бля, охуенно выглядит, круто. Бля, куда мне идти, сюда или туда? Ладно, пошли сначала сюда, потом туда. Какие-то огоньки. О, мэшлепс! Хай! Что это? Бим-бим. Надо их как-то сделать, чтобы оно открылось, я так понял. Может их выключить? Блять.
Это дверь. Ну я понял, блядь, что это дверь. Бля, я не понимаю нихуя. Пизду, блядь, короче, потом сюда вернусь, нахуй. Не убивайте меня, монстры из дырки, суки, блядь. Привет, Мазикат, передай привет Данилу Шарафееву и Валерии Апариной. Спасибо, Пупси. Привет Данилу Шарафееву и Валерии Апариной. Спасибо, Твист. Пам! О, ебать красиво. Блядь, вот казалось бы, пиксели ебаные, да? Но при этом все равно ебать красиво. О, ней, блядь. Человек, это твое последнее опаснейшее испытание. Узри вызов смертельного ужаса. Когда я дам команду, все активируется. Пушки будут палить, пики колоть, клинки резать. Каждая часть будет неистово качаться вверх и вниз. Останется лишь крошечный шанс на победу. Ты готов? Потому что я уже вот-вот сделаю это. И чего ждем? Бля, кто пса подвесил, сука? Ждем? Ничего мы не ждем. Я собираюсь активировать ее прямо сейчас. Как-то она не очень похожа на активированную. Что ж, это испытание, похоже, будет человеку не по зубам. Да, мы не можем его использовать. Я скелет с принципами. Мои головоломки крайне справедливы. Бля, такой долбоёб вообще. А ловушки искусно приготовлены. Но этот способ слишком прямой, никуда не годится. Уберем его. Бля, это очень, я не знаю, это очень забавно. Фух. Чё смотришь? Это была очередная решающая победа Папируса. Не, хе. Хе? Не знаю, что теперь собирается делать мой брат. Будь я тобой, я бы убедился, что понимаю синие атаки. Ну, синие атаки я понимаю. Добро пожаловать в Снежнеград. Ого. Добро пожаловать. Красиво. Цветок на Флаффи похож. Или как его там звали? Какой Иван попросил передать привет человеку с фамилией Апарина? Меня как Апарина это оскорбляет. О, сундук. Открыть сундук? Давай. У меня нихуя нет. Похуй. Вид такого дружелюбного города и наполняет вас решимостью. Сохранить. Так, в отеле или в лавку? Блять, отель с буквы Z. Но сначала в лавку. Привет! Приветствую, путник, чем могу помочь? Я хочу вам продать. Что, продать мне что-то? Моя лавка что, похожа на ломбард? Бля, прикольно, слышь, это этот. Это в играх же обычно можно продавать в магазинах, а здесь прикольно, что... Ладно, не знаю, как это работает там, откуда вы пришли, но... Если я начну тратить деньги на старые ветки и использованные бинты, то мигом выйду из дела. Бля, это смешно, это очень прикольно. Давай поговорим с тобой. Здравствуйте. Приветик, добро пожаловать в Снежнеград. Непривычно видеть новое лицо в нашем городке. Откуда вы пришли? Из столицы? Вы не похожи на туриста, вы здесь сами по себе? Да. Чем здесь заняться? Интересуетесь, чем бы заняться в Снежнеграде? У Грилби вы можете утолить голод, а в библиотеке найти что-нибудь интересное. Если вы устали, вы можете вздремнуть в гостинице. Это прямо за следующей дверью. Моя сестра там за главного. А если вам скучно, можете просто сесть и понаблюдать, как дурачатся те скелеты. Их двое. Думаю, они братья. Они просто однажды здесь объявились и обустроились. В городе с того момента стало куда интереснее. Ой. Обо мне. Жизнь вполне обычная. Немного клаустрофобная. Привет, ты очень классно решаешь головоломки. А еще тот высокий скелет, очень крутой. Спасибо большое, кул скелетон 95, спасибо. Но все мы глубоко внутри знаем, что свобода придет, не так ли? Пока у нас есть надежда, мы можем скрипеть зубами и сталкиваться с теми же бедами день за днем. Такова жизнь, не правда ли? Да, давай куплю что-нибудь для тебя. Грубая перчатка, мужицкая бандана. Съешь дважды. Два скимо. А мне не надо ничего, мне ничего не нужно. Пока. До свидания, возвращайтесь снова.
Та-та-там. Отель. Ой, какая крольчиха, я бы ее трахнул. Ой, я хочу с маленьким кроликом поговорить. Мама говорит, что сон может восстановить ваше здоровье. Ваше максимального... А, выше максимального здоровья. Что еще за максимальное ОЗ? Добро пожаловать в гостиницу с Нижнеграда. Главный отель с Нижнеграда. Одна ночь стоит 80 монет. Идите нахуй, дорого. Очень дорого, пошли вы нахуй. Привет, спасибо за то, что ты делаешь. Твои стримы очень веселые, не спасают меня в трудные дни. К сожалению, сейчас у меня их очень много. Надеюсь, ты всегда будешь такой же веселый. Удачи. 1 евро задонатил Мазелов Д. Тупой. Спасибо большое, осуждаю. Ой, где я, блядь? Стой! Блядь. Мне обратно надо, хочу весь город посмотреть. Ебать, у вас тут Новый год, я смотрю. Не хотите идти в другую часть города своим ходом? Попробуйте подснежные тоннели. Я понял, да, я понял. Привет. Та девушка. Что-то в ней смущает меня. А чё в ней? Разве мы маленький коречка не милашка? Пушистик такой очаровашка. Хи-хи. Ужасные дети мучили местного монстра. Сука, за что звучит? Ужасные дети мучили местного монстра, вешая украшения на его древние древовидные рога. Так что мы начали дарить тому монстру подарки, чтобы ему не было так плохо. Теперь у нас традиция класть подарки под наряженное дерево. Прикольно. Это дерево украшено с любовью. Некоторые подарки адресованы от Санты местным жителям. Так, вы пока вот постойте вместе с парнем, посмотрите в камеру, я пойду постою, я очень сильно пить хочу. Ой. Не Германия. Привет, ты стримил продолжение игры про губку Баба. Я недавно начала тебя смотреть, и этот стрим, где ты играл в губку Баба, прям в душу запал. И, кстати, это мой один донат. Привет, мужик, я считаю, что ты круто. Покормить жабу, 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 покормить жабу. Я пока был в туалете, у меня играла в голове музыка эта. Привет, мужик, я считаю, что ты крутой, покормить жабу, спасибо. Привет, ты стримил продолжение игры про губку Боба. Я недавно начал тебя смотреть, этот стрим, где ты играл в губку Боба, прям в душу запал. И, кстати, это мой первый донат. Спасибо большое, Млямба, спасибо огромное. Нет, в игру я больше не играл про губку Боба, потому что она мне не очень понравилась. Вот, так. Йоу, ты тоже ребенок, да? Прикольно, динозаврик. Запретка была? Да ничего страшного, там песня просто. Я так говорю, потому что ты носишь полосатую кофту. А, понял. У Грилби. У этого города нет мэра. Но если возникнет проблема, скелет расскажет о ней леди Рыбе. И вот это политика. Ебать, тут все ублюдки вообще. Смотри, куда садишься, малыш. Потому что этот здоровяк запрыгнет к тебе на колени и подарит тебе море любви и внимания. Я думаю купить себе шипастый ошейник, демонстрирующий мою натуру. Это заявление типа «наденьте на меня поводок, возьмите меня на прогулку, пожалуйста». Угу. Осуди срочно. Осуждаю, ребят. Осуждаю. Не поддерживаю. Неважно, куда я иду, везде тоже меню, те же монстры. Помогите, мне нужны новые напитки и горячие парни. Че за хуйня? Хм, разве человеческая еда не отличается от еды монстров? Она делает такую вещь, как переваривается. И когда ты ее ешь, она проделывает путь через все твое тело. Отвратительно. Хотел бы я такое попробовать когда-нибудь. Бля, прикольный бар, я бы тут посидел. Музыкальный автомат сломан. В столице становится довольно тесно, так что я слышал. Они собираются съезжать сюда. Хм. Не хочу видеть, как пропадает наша культура. Но я точно хочу увидеть, как какие-нибудь городские щеглы плюхаются на заднице.
О, собачка. Он играет в покер против самого себя. Кажется, он проигрывает. Че? Ой. Че за хуйня? Это Сытофьяна, да-да-да. Блять, что это так мемно? Да я убрал курсор, блять, вот он, видите, хуяк, все, я его убрал. Вот. Прикольно. Уточки. Сегодня я закинул удочку на нескольких девушек. Говорят, в море много рыбы. Ну я серьезно. Я и впрямь хочу замутить с рыбкой. Это собаки из Королевской Стражи, элитного военного подразделения Айдайн. Андайн. Она грубая, шумная и колотит всех, кто стоит у нее на пути. Неудивительно, что дети хотят быть такими, как она, когда вырастут. Молчит. Грилбс предлагает налить стакан воды, хотя делать этого не торопится. Ой, какая красивая! Все веселятся и подкалывают друг друга, пытаясь забыть о нынешнем кризисе. Мрачность, давка, нехватка солнечного света. Я бы к ним присоединился. А, это пацан, все, забейте. Только я не очень смешной. Понятно. Мы все знаем, в подземелье есть проблемы, но мы продолжаем улыбаться. Почему? Мы ничего не можем поделать. Так чего тогда печалиться? Согласен. На донат, кстати, охуенная идея. Бля, клипаните, пожалуйста, вот этот звук, я хочу на донат поставить. А я девочка или мальчик? Библиотекам. Привет, монстры. Это твой взгляд. У тебя были трудности с решением кроссвордов, не так ли? Без пола? Какой-то уебанец желтый, я хуй знает. Я люблю работать над газетой. Здесь так мало новостей, что мы просто наполняем ее играми и комиксами. Давным-давно мои учителя давали мне филворды, когда у них кончались задания. Я считал это пустой тратой времени. Но взгляни на меня сейчас. Я самая первоклассная создательница головоломок с поиском слов о всем подземелье. Да-да, я. Любовь, надежда, сострадание. Говорят, что именно из этого состоят души монстров. Но истинная природа души неизвестна. В конце концов, люди доказали, что их душам для существования эти вещи не нужны. А чё вы осуждаете-то, блядь? Какая раса? Причём здесь раса? Я просто игра за желтого персонажа. Какая раса, нахуй? Бля, гайс, хватит во всем видеть контекст, вы заебали, реально. Вот вы наоборот, вы все усугубляете наоборот. Вы только хуже все делаете, блядь. Своими этими осуждениями, нахуй. Добро пожаловать в библиотеку. Да, мы знаем, на вывеске ошибка. В смысле?
Библи... А, в натуре, библиоека. Прикольно. Ого, код писем. Это почтовый ящик переполнен непрочитанным спамом. На почтовом ящике написано папирус. Заглянуть внутрь? Давай. Он пустой. А, это все пишут санкцию, но папирус никто не пишет. Грустно. Это грустно. На-н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 а. О, как красиво, новогодний домик. Хочу туда. Закрыто. По-любому это дом папируса, я уверен. Потому что только папирус будет такой выебистый дом себе строить. Ну или дом Санта-Клауса, блять, я хуй знает. Закрыто изнутри. Льдина плывет. Бля, нет, сначала пойду наверх схожу, что-то я боюсь туда идти пока. А в окно можно посмотреть? Нельзя. А, во, найс. Давай играть в монстров и людей. Давай. Ты ведь не попросишь меня опять играть в человека, так ведь? Ах, снова бы стать молодым. Мир тогда бы казался безграничным. А, и все. Просто безграничным. Блять. Домик, и что еще? Ого, блядь. А, так вот кто-то хуйню кидает, блядь, льдина. Нахуя ты это делаешь? Блядь, что за хуйня? Зачем он делает, блядь? Алло? Ах, что за чудесный стук? Может, если я не буду отвечать, я услышу его снова? Ах, мое терпение вознаградило меня. Ах. Ах! 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 Понятно, блядь. Опачки, два хуёчка в опачке. Удочку бы сюда. Ах! Что за чудесный стук? Открывай, блядь! Все, пошли. Ой. Привет, Сисян. Мой первый донат. Привет, спасибо большое, донат. Сам ты Сисян, блядь. Закрыто. Закрыто. Блядь. Well, well, well. Ой, бля, вообще нихуя не видно. Где? Ой. Блять, опять он нахуй. Человек, позволь мне рассказать тебе о некоторых сложных чувствах. Чувствах, как удовольствие от того, что нашел другого любителя пасты. У меня вот чат, весь чат пасты любит. Восхищение чужими навыками решения головоломок. Желание знать кого-то клевого, умного, кто считает тебя клевым. Эти чувства, они должны быть тем, что ты испытываешь прямо сейчас. Мне тяжело представить, сука, вот долбоёб, сам за меня все решил. Мне тяжело представить, на что должны быть похожи эти чувства. Однако я крайне восхищен. Я даже не думал о том, что значит иметь много друзей. Мне жаль тебя, одинокий человек. Но в волнении нет. Об одиночестве забудь, ведь этому не бывать. Я великий папирус, стану твоим... Нет. Нет, это все неправильно. Я не могу быть твоим другом. Ты человек. Я должен поймать тебя. Тем самым я смогу осуществить мечту всей моей жизни. Могучий, популярный, авторитетный. Таков папирус. Новый член королевской стражи. Ой, бля, драться сейчас? Так. Флиртовать. Что, флирт? Так ты наконец покажешь свои безграничные чувства. Что же, я скелет с очень высоким требованием. Ну, блять, я умею готовить спагетти. О нет, ты подходишь по всем моим требованиям.
Я полагаю, это значит, что я должен пойти на свидание с тобой. Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Давай. И чё, блядь? Папирус размышляет о том, что надеть на свидание. Флирт. О, нет! Давай устроим свидание потом. Так, понятно, он не хочет. А в чём рофл, блядь? Папирус размышляет. Ну-ка, давайте я оценю. Он любит говорить не-хе-хе. Не-хе-хе. Папирус пшикнул костяным одеколоном за ухом. Может, тебе дать что-нибудь? На... Нет, снеговика я тебе не дам. Хочешь палку? Ну, бросили палку. Папирус несет ее назад, держа у себя во рту. Идиот, блядь. Ох, я должен был принести одну из них. Бля, вот он воёб. Пощада. Так ты не хочешь драться? Тогда посмотрим, как ты справишься с моей знаменитой синей атакой. О, поздравляю тебя, Эктери. Назови котенка Завертин. Что за пиздец? О! Что за хуйня? Теперь ты синего цвета. Это моя атака. Не-хе-хе. Бля, вот гандон. Теперь вы синего цвета. Хм, я думаю, что мне надеть? Блять, вот почему, вот в чем прикол. Вот ты гандон, блять. Папирус посыпал МТТ брендовое аниме пудрой. Блять, что? Папирус слишком занят битвой, чтобы ответить на флирт. Блять, заебал! Блять! Привет, майонез, пошел нахуй. Привет. Блять! Фу, перепрыгнешь нахуй. Блять, чел, заебал! Я тебя оскорблю нахуй. Папирус слишком занят битвой. Блять! Ага, не заставляй меня использовать мою специальную атаку. Блять, сука, гандон. Ой. Блять! Фух, пиздец, хуй перепрыгнешь эту хуйню. Пощада. Я почти ощущаю вкус моей будущей популярности. Иди ты нахуй, ты тупой говноед. Ты ёбаный клоун, значит ёбаный скелет. Я буду трахать тебя прямо в жопу. Это уебище ебаное, ладно тебе пиздец. Снова пощада, ёбаный гандон. Сейчас я буду... Ой, что за флаппи бёрд, блядь? Что за пиздец нахуй? Папирус осознает, что у него нет ушей. Заебал! Папирус непревзойдённый спагеттори. Ёбаный пизде... Блядь, я сейчас умру, нахуй, пизда. Блядь, что за пизда... Блядь, как это выиграть, нахуй? Пощада. Только не бей меня, сука. Ой, ёбище ебаное ты, сука! Скелет. Блядь, пиздец. Да иди нахуй! Фух, блядь. Король подстрижет изгородь в форме моей улыбки. Блять, еблан. Ай. Блять, 2 хп. А есть хилка? Блять, у меня хилки нету, сука. Блять. А, доброжена это еда? Ладно. Иллюстрация объятий. Нормально, нормально. Мой брат, он сильно не изменится. Я тебя в рот ебал, ебище ты, сука, ебаный скелет, ебаный ты скелет. Мною будут многие восхищаться, но... Блять, да блять, похуй. Бля, может уебать его нахуй по горбу, блять? На тебе нахуй, Z, блять, не нажал, сука. Блять! Ты заебал, блядь, когда ты умрешь уже, нахуй, ну! Пахнет костями, ну отъебись! Ех, ты большая редкость, да, да! Ой! Блядь, ну как? А-а-а! Пожалуйста, сдайся! И попасть на свидание будет тяжеловато. Ты заебал меня!
блядь, заебал нахуй, иди в пизду! Флирт! Блядь! Ты слишком слаб. Я с легкостью смог поймать тебя. А сейчас я отправлю тебя в нашу комнату для пойманных. Или, как Санс называет ее, наш гараж. Теперь ты сидишь в конуре. Не-хе-хе-хе! Так и надо было, да, наверное, я так полагаю? Ладно, похуй. Ну подумаешь, поймал, что-нибудь страшного. Это записка от Папируса. Прости, но придется запереть тебя в гостевой, пока не прибудет Андайн. Чувствуй себя как дома. Закуски и прочие удобства в твоем распоряжении. С нехехеньем твой Папирус. К несчастью, это всего лишь сухой корм. У меня сегодня не люблю допраздновать, если честно. А, Гвен, поздравляю тебя с днем рождения, желаю всех благ, всего хорошего, чтобы у тебя все было отлично, спасибо. Слишком маленькая, чтобы спать на ней. Это он типа клетку сделал, еще долбоеб? Сражаешься ты не так хорошо, как тот Кулоскелетон. Ебать он идиот, блять, спасибо, Кулоскелетон. Так, надо пойти еды купить, а то у меня хилок нет. Ебать он меня запер охуенно. Долбоёб, блядь. Ну я понял, надо опять с ним подраться. Хай, я чату заболела, жестко сижу дома, хаваю сырки и смотрю твои стримы, ебать охуенно. Спасибо. Хорошего стрима, наш любимый стример на планете Земля, отвечу твоих ног. Спасибо большое, Ксения, согласен. Сейчас сохранюсь сначала. Бля, мне очень нравится эта игра, не знаю, она такая тупая, но при этом такая прикольная. Мне надо купить хилочку, мне надо два скимо. Да, и еще давай, все, мне хватит. Спасибо, женщина, пока. До свидания. Кролик беленький. Так, поехали. Ну шо? Ох, куда пропал этот человек? Подождите, да он же прямо передо мной. Здравствуй, я боялся, что ты заблудился. Как же я рад тебя видеть. Подожди-ка секунду, ты не должен был убегать. Возвращайся обратно. Пизда тебя. Папирус слишком занят битвой. Ладно, похуй. Я тебя выебу в рот, уебище, скелет ебаный, сука ты. Пощада. Что? Не думаю ни о ком свидании. Свидание, чел. Пощада. Пощада нет, пощады не будет. Пощада, 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 пощада. Пощада, 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 да, пощада, 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 да, да. Папа, пощада, 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 папа, пощада, 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 пощада. Папа, пощада для тебя, Папирус, пощада будет сейчас. Пам. Пощада, пощада, пощада для тебя, папа, пощада, пощада, да. Папа, пощада, блять, пощада для тебя. Пощада, 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 пощада. Папа, пощада, папа, 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 пощада, пощада. Папа, блять, блять. Блять. Ну что, пизда тебе, тука, скелет. Бля, он меня сейчас убьет нахуй.
Папирос осознает, что у него нет ушей. Да заебал, сдавайся, блядь! Полюбит ли меня кто-нибудь так же искренне, как ты? Да, 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 если сдашься! Йо-хо, блядь! Блядь! Такие, как ты, ебутся! Блядь! Йо-хо, блядь! Папирус слишком занят битвой. Ты заебал! Привет, Илюшенька. Ко? Не могу, сейчас занят. Видишь, я флиртую, блядь. Тем более мне фристайл, вообще мне похуй на него, если честно. Папирус грохочет костями. Блять, я не понимаю нахуй. Яха, блять. Что ж, может у тебя и вышло ловко сбежать из тюрьмы раньше, но в этот раз я улучшил систему защиты. Теперь ты будешь не только в заперти, но и даже не захочешь сбегать. Хе-хе-хе! Блять, он меня ебет, сука, заебал, блять. Блять. Закрыто. Бля, он заебал меня. Опять он, сука. Как же он заебал меня, блядь. Хилься чаще, да хватит. Ты снова тут, да? Я полагаю, это моя вина. Я раньше сказал, что сделаю тебе спагетти. Ничего удивительного в том, что ты захотел увидеть меня. Отчаянно надеюсь, что я сделаю тебе немного... Что ж, я понимаю. Папирус тоже проголодался. Проголодался по справедливости. Че? Папирус преграждает дорогу. Блядь, ты заебал меня, урод. Хм, я думаю, что бы мне надеть. Как же ты меня уже заебал, ты, сука, объебанный скелет. Ты знаешь, кто ты такой вообще? Нет, ты не знаешь, кто ты такой, не знаешь, нет. Ты долбоёб, папирус, у тебя нету силы, нету мамы, твоя мертвая семья. Потому что ты скелет, и тебе больше никогда не получится поймать меня. Все потому, что я твою маму только что охуярил ногами, пизда. Больше у тебя не будет брата, у тебя не будет брата, даже ебаный Санс. Тебя считает клоуном, сука, долбоёб, ты ебаный уёбище, блядь. Папирус Роман нахуй заебал меня, сука, хватит пиздить уже меня, бля. Пиздит, 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 скелет меня уже почти третий раз, и снова я опять проебу. Как же он меня, сука, заебал уже, нахуй долбоебина, я скоро умру. Ебаный ты скелет, уебища ты, сука, я сейчас буду тебя сильно ебать. Боже, как же ты уже мне надоел, за 5 секунд, сука, ты меня успел заебать. Ты говноед ебаный, ну давай уже сдавайся, хуесон, да ебаный, сука, бля. Ну сколько, ну бля, сколько можно, он заебал меня, блять. Боже ебаный ты долбоёб, уебище, говноед, уебище, бля. Ой, флиртовать. Ну он не хочет флиртовать, блядь. Все, мне похуй, я сейчас его убью, нахуй, мне похуй. Ты заебал меня, сука, уебище, блядь, уже просто невозможно, нахуй. Папирус очень старается быть хладнокровным. Такие как, да-да. Как? Блять. Попасть на свидание, да-да. Блять. Бля! А ты настойчивый, но со мной такое не пройдет. Я наинастойчивый. А если ты считаешь себя настойчивее меня, то ты не прав грамматически. Блять.
Потому что правильно будет не такой настойчивый. Иди нахуй, как папирус, да. Надеюсь, тебе понравился этот урок. Не-хе-хе-хе. Что-то я, блядь, не понимаю, на самом деле. Что-то я, блядь, не понимаю, нахуй. Ты снова вернулся? Наконец я осознал настоящую причину. Ты очень соскучился по моей мордашке. Не знаю, смогу ли сражаться с тем, кто испытывает такие чувства. А главное, я уже начинаю уставать брать тебя в плен. Давай. Я устал брать тебя в плен. Блять, смешно. Пощада. Поехали, работаем. Нормально, живем. Блять, отвлекся. Ты заебал! Заебет, сука, блять! Короче, пошел нахуй! На, блять! Передай привет Лиде, пыжи, я попил, все трахал, да, да. Привет, Лиде, блять! Лиде, точнее. Ну отъебись, ну заебал уже меня, блять, ну я не могу, нахуй! Блять, заебал. Мой брат, ну, он сильно не изменится. А-а-а! Блять. Вы съедаете одно скимо. Мною будут многие восхищаться. Блять. А любит ли меня кто-нибудь так же искренне, как ты? Ой. Ой, блять. Фух. Такие, как ты, большая редкость. Да-да, я! Блять! А-а-а! Да-да, свидание. Уровни повторяются, мне кажется, что мне надо дольше жить. Уровни повторяются, видите? Мне кажется, я просто слишком рано умирал, мне надо дольше жить. Блять, фух. А-а-а! Ух, блять. Нормально. Блять, заебал уже. Давай сдавайся, нахуй. О! Пахнет костями. Еще чуть-чуть, я использую специальную атаку. О, давай, мне надо. Давай специальную атаку, я хочу посмотреть на нее. Это твой последний шанс. Давай, давай. Я тебя не боюсь. Когда он задал тебе вопрос о битве, ты мог скинуть бой с ним. Я не знал. Узри, моя специальная атака. О, собака, привет. Что за черт? Это моя специальная атака. Эй, ты, глупый пес. Поиграй, помоги. Очень веселая игра. Нет. Ты слышишь меня? Хватит жевать эту кость. Эй, что ты делаешь? Вернись сюда с моей специальной атакой. Ой. Ну ладно. Я просто использую очень крутую обычную атаку. Эх, вот еще одна абсолютно обычная атака.
Надо попробовать с ним пофлиртовать, может, сработает. Блять, ебать, ты долбоёб! Ебать, ты чё, ебанутый нахуй! Ой! 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 Блять! Я хабая! Иди ты нахуй! Ой, а куда я улетел? Что? Что ж, уф, ясно, ты не можешь победить меня. Да, я вижу, что ты дрожишь от страха. И потому я, великий папирус, решил даровать тебе сострадание. Я пощажу тебя, человек. Это твой шанс принять мое милосердие. Папирус щадит вас. Ну, а я его пощажу. Легко. Не, на самом деле, изи, на самом деле. Пишу так. Да просто система тупая, хуй поймешь. Скрынник Промазелова. Так, во-первых, кто это, во-вторых, что он сказал? Ебал, у него неудобно, блядь, звук. Понятно, я только рандомное видео пикнул, рандомное. Сука, заново. Блядь, ну потому что я ебал, у него неудобно, блядь, звук нахуй. Понятно, ребят, очень интересно, очень классный персонаж. Такого вообще нигде не видел. Круто, спасибо, что посоветовали. Чё? Чё за душнило ебаный? А чё вы ржёте, что? Это друг пятерки? Это скрынник? А это крутой чел? Не, если крутой чел, то я схаваю. Да, нет, да. Куилюша, поздравь мою мамочку с днем рождения, пожалуйста, пожалуйста. А еще иди нахуй, иди хихихи. Спасибо, поздравляю твою мамочку с днем рождения. Он домики в Майне строит? А, ну тогда вопросов нет, тогда хорошего стрима. Хорошего стрима. Я даже не могу остановить такого слабака, как ты. Андайн будет разочарован во мне. Я никогда не попаду в королевскую стражу и... Слышу злоебучий звук всем уже знакомой собаки из таверны, от которого у всего чата уже глаз дергается. Вы наполняетесь решимостью. Чего? Какая собака из таверны? А, я понял, блядь, все. Ну, да, хорошая собака. Что вы скажете? Будем друзьями, чал. Правда? Ты хочешь со мной дружить? Ну тогда, полагаю, я думаю, я могу сделать поблажку для тебя. Вау, у нас даже не было первого свидания, а я уже умудрился попасть во френд-зону. Кто знал, что чтобы завести друзей, надо было заставлять их решать головоломки и сражаться. Ты многому научил меня, человек. Сим, я дарую тебе разрешение пройти дальше и подскажу, как выбраться на поверхность. Продолжай идти вперед до конца пещеры, и когда достигнешь столицы, пересеки барьер, удерживающий нас под землей магическую печать. Что угодно может войти, но ничто не может выйти. За исключением кого-то с сильной душой. Кого-то, как ты. Вот почему король хочет заполучить человека. Он хочет открыть барьер с помощью силы души. Тогда мы, монстры, сможем вернуться на поверхность. Ой, чуть не забыл тебе сказать. Чтобы добраться до выхода, тебе придется пройти через королевский замок. Король всех монстров. Он такой... В общем, он большой пушистик. Каждый любит этого парня. Я уверен, если ты просто скажешь: простите меня, мистер Дримур, могу я пойти домой? Он проведет тебя прямо через барьер сам. В любом случае, хватит разговоров. Я буду дома как крутой друг. Не стесняйся приходить ко мне на свидание. Ха-ха-ха-ха. Бля, может, пойти к нему домой сходить? А куда он уехал, блядь? Я хочу к нему домой сходить. Еще до вашего совета я решил прийти, ну, типа, как только он сказал, что он будет дома, я хочу к нему сходить. Привет. Так ты вернулся, чтобы пойти со мной на свидание? Ты и правда отнесся к этому серьезно. Я должен отвезти тебя в одно очень особенное место. Место, где мне нравится проводить много времени. Подожди, блядь! Я хотел домой к тебе сходить. Сука, идиот. Мой дом. Их, блядь, а меня подождать, не? Так, ну что-то у тебя есть. Это ручной камень моего брата.
Он постоянно забывает его покормить. Как и обычно, мне пришлось взять это дело на себя. Камень покрыт кондитерской посыпкой. Чё ты смотришь? Чё ты смотришь, блять? Грязный носок с кучей прикрепленных записок. Санс, пожалуйста, подними свой носок. Ок. И не клади его обратно, убери его. Ок. Ты передвинул его на 2 дюйма левее, унеси его в свою комнату. Ок. И не приноси его назад. Ок. Он все еще здесь. Ты же сказал не приносить его назад в мою комнату. Этот скриник строил замок 6 часов на видос. Красавец. Забудь. Блять, охуеть. Хоть смотреть за мной. Что за хуйня происходит? Блять, не получается. Что происходит, блядь? Я не чувствую своих ног. Это значит, что я очень радушный хозяин. Бля, какой же бред ебаный. Бля, чел, заебешь реально. Мой брат всегда ходит куда-то поесть. Недавно он попытался испечь что-то. Это было похоже на пирог, но наполненный сахаристой субстанцией без яиц. Что за абсурд? Чё это? Впечатляет? Я увеличил высоту своей раковины. Теперь я смогу засунуть под нее еще больше костей. О, собака. Раз-раз-раз, это хардбас, все в спортивках, Adidas, и на найках пацаны слушают хардбас-басы. Этот стайл любим мы, жгемся в ритме колбасы. 150 ударов, то пацаны в спортивках жгут. Школа танцев учит вас правильно плясать хардбас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Бутераты и спиды, наши злейшие враги. Та-та-чё-та-та-та-там. Отожгем для вас хардбас. Бас, бас, хардбас, бас, чё за пиздец? Что? Лови это ходячее недоразумение. Проклятие. Хуя. Санс, хватит портить мою жизнь случайными звуками. Помойка. Да хватит, блядь, все комментировать, я сам разберусь, блядь. Это мусорное ведро. Посещай его в любое удобное для тебя время. Нахуй он за мной ходит, я сам разберусь, блядь. Ага, заинтересовался моим музеем еды. Прошу, оцени мою кулинарную выставку. Половина холодильника забита контейнерами, на которых написано спагетти. В другой половине нет ничего, кроме пустых пачек из-под чипсов. Разъеб. Блять. А где собака? Ладно. Чё за книжка? Это сборник анекдотов. О, Ней. Заглянуть внутрь? Давай. Внутри сборника анекдотов лежит учебник по квантовой физике. Вы заглянули внутрь. Внутри учебника по квантовой физике лежит еще один сборник анекдотов. Блять. Внутри еще один учебник по квантовой физике. Вы решили остановиться. Ебанутые, блять. Это моя комната. Если ты все осмотрел, мы могли бы зайти и заняться тем, чем люди занимаются на свидании. Что нужно знать про скрынника. То, что он доебался с нихуя до ютубера по Майнвиза из-за его внешки. И да, ты прав, он душнило ебаное, хотя постройки у него хорошие. Удачного прохождения. Да ладно, ладно, да блять, пусть чел сидит строит свой дом, кто против? Подождет это дело. Дверь закрыта. Понятно, ладно, пошли ебаться. Давай, давай, все, гоу. Пойдем. И чё, мы будем ебаться прямо в машине? Эй, это те атаки, что я использовал на тебя. Прекрасные воспоминания, да? Кажется, будто это было только вчера. Даже несмотря на то, что это было
Что-то произошло только что. Компьютер. Интернет, я там весьма популярен. Осталось всего 10 до двузначного числа подписчиков. Естественно, за славу приходится платить. Чертов тролль заспамил мою онлайн-персону. Постоянно шлет мне глупые шутки дурацким шрифтом. Эта книга одна из моих любимых. Создание продвинутых головоломок для острых умов. Это еще одна книга из моих любимых. Игра в прятки с плюшевым зайцем. Концовки всегда захватывают меня. Ну давай, чё. Это моя кровать. Если я когда-нибудь окажусь на поверхности, я бы хотел прокатиться по длинному шоссе, чтобы ветер развивал мои волосы, чтобы солнце грело мою кожу. Конечно, это всего лишь мечта. Вместо этого я рулю, пока сплю. Что за хуйня? Фигурочки. Крутой флаг, не так ли? Андай нашла его у залива. Я думаю, он из мира людей. Так, я знаю, о чем ты думаешь. Почему на человеческом флаге нарисован крутой скелет? Ну, есть у меня теория. Я думаю, люди произошли от скелетов. Не-е-е. Ах, да, мои фигурки. Отличный способ спланировать ход битвы. Откуда у меня их так много? Что ж, давай я просто скажу, что они от... От улыбающегося дядьки, любящего дарить подарки. Да, верно. От Санты. Бля, прикольно, ему Санта дарит подарки, прикольно. У меня нет никаких скелетов в шкафу. За исключением меня временами. Ну да, заглянуть. Внутри аккуратно развешенная одежда. Ты чё, ебаться будем, нет? Ну, если ты все посмотрел, хочешь начать свидание? Хочу. Хорошо, свидание начинается, блять. Знаете, мне кажется, школьники так и думают, что это так выглядит. Это как, знаете, я никогда не понимал, с какой конкретно даты считать, что вы начинаете встречаться с девушкой. Обычно это типа первый поцелуй. Это не работает так, что, ну все, мы встречаемся, оп, все, типа, поделили время напополам, блять. Ой. Свидание началось. А вот и мы на свидании. На самом деле, я никогда подобным не занимался. Но не волнуйся, мой гениальный ум предвидел такой поворот событий. Я взял в библиотеке свод правил о свиданиях. Мы готовы хорошо провести время? Посмотрим. Шаг первый. Нажми клавишу C на клавиатуру для окна свидания. Что, блядь? Что за пиздец? Бабушки, я чувствую себя таким осведомленным. Я думаю, мы готовы для шага 2. Шаг 2. Позвать на свидание. Человек, я великий папирус, хочу пойти с тобой на свидание. Блять, а что будет, если я скажу нет? Мне интересно. Он же расстроится, наверное. Ладно, пойдем. Правда? Ваушки. Думаю, это значит, что настал шаг 3. Шаг 3. Наденьте красивую одежду и поразите всех. Так. Подожди секунду. Одеть одежду? Это лента в твоих волосах. Ты носишь одежду прямо сейчас. И даже... Раньше на тебе тоже была одежда. Нет, неужели? Ты с самого начала хотел встречаться со мной? Да. Нет. Это все спланировано. Ты лучше разбираешься в свиданиях, чем я. Нет, твоя сила свиданий. Бля, еще такие смайлы в чате смешные. Не! Не! Не вздумай полагать, что я уже побежден. Я великий папирус, никогда не был побежден на свидании. И никогда не буду. Я легко сравняюсь с тобой. Видишь, я тоже надел одежду. На самом деле, я всегда ношу свою особую одежду под обычной. На случай, если кто-то пригласит меня на свидание. Узри! Клёвый чувак! Как тебе мой секретный стиль? Бля, чувак, честно, это отстой. Нет! Твоя честность показывает, насколько я тебе не безразличен. Ебать, я гений, блять! Ну это реально отстой! Это реально полная хуйня. Однако. Мазика, какую охрану ты забрал? На Рубика. Ты вправду не понимаешь скрытые силы этой одежды. Следовательно, все, что ты сказал, неверно. Это свидание не продолжится дальше, пока не будет найден мой секрет. Но этого не случится. Двигай, осматривайся с помощью Z. Где-то ты спрятал секрет, да? Понимаю, почему ты убегаешь.
Ты ошеломлен из-за моих клевых флюидов, а теперь ты не можешь отступить. Я нашел твой секрет, чел. Блять! Окей, ладно, это не секрет, хорошо. Так, все, понял, окей, значит, это где-то на нем. Пенис! Ладно. Держишь мою руку, чтобы я сказал тебе ответ? Нет, я должен устоять. Я его поцелую. Моя кепка? Почему есть кепка, блядь? Поцеловать его хотел. Моя кепка! Ну что? Ну что? Ты нашел мой секрет. Полагаю, у меня нет выбора. Это подарок. Подарок специально для тебя. Откроем. Опять спагетти! Блядь, ты заебал уже, сука. Ну, блядь. Я знаю, что это спагетти, блядь. О, Ней, ты заебал меня. Это то, что ты думаешь, не так ли? Да, да, в точку. Но мимо. Это не какая-то обычная паста. Это работа мастера. Элегантные спагетти, выдержанные в бочонке из дуба. А затем приготовленные мной, мастер-шефом Папирусом. Человек, пора с этим покончить. Так не может больше продолжаться. Я их съем. Вы сделали небольшой укус. Ваше лицо рефлексивно скривилось. Вкус не поддается описанию. Что здесь за неописуемое выражение? Ты, должно быть, действительно обожаешь мою стрипню. А это значит меня, может, даже больше, чем следует. Ух! А! Нет! Это хуй ему в рот залезает синий или что? Бля, какой ужас. Человек, теперь все понятно. Ты по уши влюблен в меня. Все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, это все ради меня. Человек, я хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Пришло время мне выразить свои чувства. Пришло время, чтобы сказать тебе. Я Папирус. Я. О, здесь жарко, или мне кажется. О, брось. Человек, я... Мне жаль. Я не люблю тебя так, как ты любишь меня. То есть в романтическом смысле. О-о-о. Я имею в виду, я старался полюбить тебя. Мне казалось, что поскольку ты флиртовал со мной, я должен был пойти с тобой на свидание. Тогда на свидании чувства бы расцвели. И я смог бы разделить с тобой твою страсть ко мне. Но, увы, я великий Папирус. Потерпел неудачу. Ой, правду говорит. Мои чувства остались прежними. И вместо этого на свидании... Я лишь сильнее погружал тебя в твою сильную любовь ко мне. Темную тюрьму страсти без выхода. Как я мог так поступить с моим дорогим другом? Нет, стой, это не так. Я не могу ни в чем провалиться. Человек, я помогу тебе пережить этот трудный период. Я стану твоим крутым другом и сделаю вид, что ничего этого не было. В конце концов, ты очень крут. Будет очень жалко потерять твою дружбу. Так что, пожалуйста, не плачь из-за того, что я не стану целовать тебя. Потому что у меня даже нет губ. И эй, однажды ты найдешь кого-нибудь такого же великого, как я. Хотя нет, это неправда. Но я помогу тебе принять чуть менее великого. Блять, он меня отверг. О, и если когда-нибудь понадоблюсь, вот мой номер телефона. Звони мне когда угодно. Платонически. О, надо козе позвонить, кстати. Что ж, пора бежать. А куда ты бежишь, ты же в своем доме. А, окей. Я хочу позвонить козе. Набор номера. Никто не взял трубку. Дзинь-дзинь. Ты в моем доме, хороший выбор. Хотя, я полагаю, технически это и дом Санса тоже. Но я не желаю обсуждать этот момент. Его комната это словно другая вселенная. Вселенная, где никто не знает, как пылесосить. Пусти меня. Дверь закрыта, блять. Гандон ебаный. Мазелов делает реакцию, что? Что за клип? Понятно. Я только рандомное видео пикнул. Зачем вы мне это кидаете? Я помню, как я реагировал вроде. Так, ладно. Хочу посмотреть, что справа там в итоге. Есть там что-то или нет? Опять туман. А, окей, туман расселся.
А, что-то есть, да. Окей, какой-то проход. Ой. Беги в ту пещеру, где дверь. А зачем? Не подсказывайте! Мазел, ты мне помогаешь дальше пинать хуй и не делать уроки. Ура! Ну ладно, сходим, где дверь, раз уж чел подсказал. Я, конечно, не люблю подсказки, но... Раз уж подсказал, похуй. Сгоняю, посмотрю. Здорово, комар, подпивас. Я накакал очень жестко, я насрал, насрал. Кусочками плоскими я накакал, да. Я накакал очень сильно, я пойду сейчас. Да ебусь ты, собаки. Он рофлил? Блять, вот... Все, я больше не буду подсказки в чате смотреть. Я ребенок, ребенок жесткий. Бля, я хочу... Я уже, знаете, кстати, я соскучился по этой козе, блядь. Я ее расстроил, это как-то нехорошо получилось. Ну, хотя она хотела насильно сделать меня своим ребенком, так что она тоже нехорошо поступала. Но я по ней соскучился чуть-чуть. Если честно. Бля, сохранится, сука. Та-та-та-та-та. Та-да-на-на-на-на. Яха, бля! Опа. Вид такого дружелюбного города наполняет вам решимостью. Ебать, уже 2,5 часа играю. Не, игра топчик вообще. Игра топчик. Я сначала думал, что полная хуйня, мне вообще не нравилась, а так игра топчик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О нет, туман, боже, где я? О боже, не надо. Ой, кто-то меня тронул. О, нет. Пещера. О, здорово. Йоу, ты тоже улизнула сюда, чтобы увидеть ее? Потрясно. Она наикрутейшая, да? Я хочу быть таким же, как она, когда вырасту. Эй, не говори моим родителям, что я здесь. Ха-ха. Это эхо-цветок. Он повторяет последнее, что слышал снова и снова. Это эхо-цветок. Он повторяет последнее, что слышал снова и снова. Ну-ка, подожди. Хорошо, я готов, когда ты готов. Наебалово! Наебалово! Типа... Шум бегущей воды наполняет вас решительностью. Решимостью. Ту-дю-дю. Кусанс. Что? Впервые видишь парня, работающего на двух работах? К счастью, для работы означает в два раза больше перерывов. Я иду к Грилби. Хочешь со мной? Пойдем. Ну, если настаиваешь, придется мне оторваться от своей работы. Сюда. Я знаю короткий путь. Быстро срезали, да? Привет всем! Хей, Санс! Привет, Санс! Приветствую, Санс! Приветик, Санси! Эй, Санс, разве ты не завтракал здесь несколько минут назад? Не, я не завтракал, по крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, путаешь с полдником. Ха-ха-ха-ха-ха! Сюда, устраивайся поудобнее. Упс, смотри, куда садишься. Иногда шутники могут подкладывать подушки-пердушки. Ну ладно, давай что-нибудь закажем. Чё хочешь? Я хочу бургер. Как чел, который шарит за АО по игре и смотрел в свои юные годы ебаные комиксы по Underslap, Underfell и Хтейл, говорю, что игра тебе зайдет. Твое прохождение игры на стриме наполняет меня решимостью. Спасибо. Мазелов Илья наполняет вас решимостью. Звучит вполне неплохо. Чича, реально котенка завертин назвать, что ли, хехом? Я так-то не против. Ты назови, что нет, будет два завертина. Грилби, нам два бургера. Скажи, что ты думаешь о... О моем брате. Он крутой. Конечно же, он крут. Ты бы тоже был крутым, если бы носил такой наряд каждый день. Он снимает его только в случае крайней необходимости. Ну, по крайней мере, он его стирает. И под этим я подразумеваю то, что он ходит в нем в душ. Блять. Один бургер на двоих? А вот и еда. Хочешь немного кетчупа? Хочу. Бон аппетит. Вы наклоняете кетчуп.
Крышка падает, и весь кетчуп из бутылки выливается на вашу еду. Упс. Эх, забей, можешь взять мою порцию. Я все равно не голоден. Неважно, крутой или нет, но согласись. Папирус упорный. Посмотри только, как он старается стать частью королевской стражи. Однажды он отправился к дому главы королевской стражи. И умолял ее, чтобы его приняли. Разумеется, она захлопнула дверью перед ним, потому что была полночь. Ну а следующий день она проснулась и увидела, что он все еще ждет. Поняв его преданность, она решила взять его на воинское обучение. И оно все еще продолжается. Интересно. Ах, да. Я хотел спросить тебя о кое-чем. Ты когда-нибудь слышал о говорящем цветке? Да. Значит, ты все знаешь. Эхо цветок. Они растут по всему болоту. Музыка охуенная, кстати. Скажи им что-либо, и они будут повторять это снова и снова. Чем они интересны? Ну, однажды Папирус рассказал мне кое-что интересное. Иногда, когда никого нет рядом, появляется цветок и шепчет ему что-то. Лесть, советы, поощрения. Пророчество. Странно, да? Кто-то, наверное, пользуется эхо цветками, чтобы подшутить над ним. Гляди в оба, хорошо? Спасибо. Ого. Что ж, это был долгий перерыв. Я не могу поверить, что дал тебе оторвать меня от работы так надолго. О, кстати, у меня не гроша. Можешь оплатить наш счет? Всего лишь 1000 монет. Нет, не могу. Шуткую. Грилби, запиши это на мой счет. Охуел, блять. Кстати, я хотел сказать что-то, но я забыл. Че за хуйня? Грилбс говорит, что твоя еда, наверное, уже остыла. Блин, опять идти, сука. Заебало ходить пешком. Купить бы тачку себе. Я прикупил огромный... Да, Росанс. Ту-ру-рум. Давай потусим как-нибудь еще раз. Давай. Well, well, well. Это сундук. Вы можете положить предметы или забрать их. Только вот зачем. Вы не сможете использовать предметы, когда одни в сундуке. С уважением, сундука-ненавистник. Окей. А есть там что? Открыть сундук? Давай. Нихуя нет. Ладно. Нихуя так нихуя. Погнали. Моё ТП... Ага, блядь. Вензек, я могу такими фразочками кидаться, ты охуеешь. Блядь, страшно. Есть твои игры. Самые охуенные это Андерсвап, Ранофел, Хоротей, Лышевцвап. Клянусь, я видел что-то позади этой текущей воды. А, понял тебя. Ай! Блять. Блять, что за пиздец нахуй? Ой, а что со мной? А, это тень. Ой. Привет, Андайн. Я здесь с моим ежедневным отчетом. Ах, относительно того человека, из-за которого вызвал тебя. А, сражался ли я с ним? Да, да, конечно, я сражался. Я сражался с ним доблестно. Что? Схватил ли я его? Ну, нет. Я сильно старался, Андайн, но в конце я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Но, Андайн, тебе не нужно уничтожать его. Видишь ли? Видишь ли? Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. Ой-ой. Блять.
Нормально, порядок. Живем. О, привет, а ты что сделаешь? Йоу, ты видел, как она на тебя смотрела? Это было круто. Я так завидую. Что ты такого сделал, чтобы заполучить ее внимание? Ха-ха. Погнали, посмотрим, как она побьет плохих ребят. Наебнулся. Привет, Илья. Привет. Сегодня без крутых треков, простите. Я просто очень устала, правда, я очень хочу спать, но нужно посмотреть Undertale, потому что это правда имба, я его обожаю, боже. И я обожаю твои стримы. Спасибо. Я обожаю чат, особенно когда меня нахуй шлют. О, да. О, да, так это и должно быть. Спасибо, Белочка, за 100 рублей. Ужас холодом пробегает по всему телу, но вы не теряете решимости. Вот это здорово. Главное, решимость не терять. Поехали, ребята. Так, ух ты, электронное табло. Когда 4 мостовых семени лягут в ряд, они расцветут. А, им нужно лечь в ряд. Так это ж легко. Как положить его? Как положить, блядь? Привет, Тош. А, блядь, понятно. Красиво, музыка красивая. О, норка. Там-там-там. Блять, заебали. Ля какой. Вы играете мышцами, а Арон играет вдвое сильнее. Атака обоих увеличивается. Ой. Ой-ой, не надо. Не надо, блять. Ай. Иди нахуй. Фух, я вспотел. А, я не могу сбежать, в смысле? Стоп, 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 в смысле, блядь? Может, палку тебе? Блядь! Ой! Ой-ой-ой-ой, блядь, 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 блядь! Чё такой сильный, нахуй? Ебанутый, сука! И купальника не нужно, да. Ой. Ой-ой-ой-ой, блядь, не бей. Да ебанутый, сука. Хвастаться. Вы играете мышцами сильнее, а Рон играет втрое сильнее, атака обоих увеличивается. Неплохо, но я все равно выиграю. Блядь. Ой, фух. Вы играете мышцами, а Рон играет очень сильно. Он доигрался и вылетел из комнаты. Вы победили. Вот так вот, нахуй. Хуйло, блядь. О, грибы. Пип. Ой. Пип. Пип. Ой. Ой, блядь. Все, понял. Если допущена ошибка, колокол цветок. Я почему-то так и подумал, на самом деле. 4 в ряд, да, надо поставить? 4 в ряд. Четыре в ряд. Да, так можно. Найсич. Yes! Звонок. Бля, опять этот хуесос, я подумал, это мама, блядь. Это Папирус. Как я раздобыл этот номер? Это было легко. Я просто звонил всем подряд, пока не попал на тебя. Так, что на тебе надето? Я спрашиваю для друга. Она считает, что раз выцветшая лента, это так... А, это так на тебе выцветшая лента? Ну да. Значит, на тебе выцветшая лента. Понял.
подмигнул. Хорошего тебе дня! Что за еблан? Внизу пещеры, пасхатка. Выключи грибы. Ну не подсказывайте, блядь! Они рофлят? Прямо вот гондоны, а. Давным-давно монстры шептали свои мечты звездам в небе. Если ты верил в мечту всем своим сердцем, твои желания исполнялись. Теперь все, что у нас осталось, это эти светящиеся камни на взводе подземелья. Комната желаний. Тысячи монстров, мечтающих вместе, не могут ошибаться. Король это докажет. Заебал. Пошел нахуй. Ну, блядь, почему я сбежать не могу? Блядь, эта хуйня еще и бьется. Ай-яй-яй! Ёб твою мать. Брось, чертово пятно. Ай! Фух, успел. Я тебя помою. Вы просите вашего почистить вас. Он радостно скачет вокруг. А, это ты меня моешь? Зеленый значит чисто. Уай! Спасибо. Уай-уай-уай-уай! Все, иди нахуй. Заебет, блядь. Ну давай, сестренка, загадай желание. Желаю, чтобы мы с сестрой однажды видели настоящие звезды. Ух ты, прикольно. Посмотреть телескоп? Да. Проверь стену. Ты глаз? Проверь стену. Какую стену-то, блядь? Это изображение странного создания. От этого рисунка как-то не по себе. Ух ты. Едем. Приехали. Ой. Блять, урод. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Понял тебя? Сначала не сообразил, а потом понял. Блять, отъебись! А-а-а! Блять, шлюха! А-а-а-а! Блять, пизда! Да блять! Не могу взять инвентарь, не могу захилиться! Сосать нахуй! Соси! Фух, блять! Тихо! Фух, блядь. Ой.
Не могу дальше пройти, почему-то. Ой. Просто спасибо большое за твои стримы. Помогает отвлечься от всей батареи, что происходит вокруг. Спасибо, Софикс. Что, я встал? Опа, привет. Йоу, поверить не могу. Undyne только что тронул меня. Я больше никогда не буду мыть свое лицо. Вот же тебе не повезло. Стой бы ты хоть чуточку левее. Йоу, не волнуйся. Я уверен, мы увидим ее снова. Да я не особо волнуюсь, честно сказать. Хм. Понимая, что однажды муж найдет способ извлечь сыр из таинственного кристалла, вы наполняетесь решимостью. Натуре мужик, бля! Ёпта! Этот кусок сыра лежит здесь так давно, что оброс магическим кристаллом. Он прилип к столу. Писк. О, Санс! Привет! Я подумал об открытии телескопного бизнеса. Обычно я требую 50 тысяч золотых за использование этого премиум телескопа. Но, поскольку мы с тобой знакомы, это бесплатно. Чё скажешь? Да, давай, чё нет. Так не видишь нихуя. Пчел, блядь. Хм, тебе не понравилось? Не волнуйся, я верну тебе деньги. Чё за хуйня, блядь? Открыть сундук? Давай. Ля. Что такое звезда? Можешь ли ты ее потрогать? Можешь ли ты ее съесть? Можешь ли ты ее убить? Ты звезда? Я мега пизда! Что это было? 7-15-1-2-19-7-2-5-6-13-6-7-15-14-6-19-20. Вы видели, блядь? Что у меня с ебалом только что было, блядь? 21, 7, 19, это после 20, телескопа? 10, 14, 2, 3, 190, 8, 11, 20, 2, 21, 5, 17, 17, 0, 10, 2, 23, 1. Я даже не заметил сначала, блядь. Пиздец. Так, а это что такое? Пещера. О, ты продаешь мороженое. Мне надо. Я перенес свой магазин, но тут до сих пор нет посетителей. К счастью, я придумал решение. Ударные карты. Каждый раз, когда покупаешь мороженое, ты можешь взять карту из сундука. Если соберешь 3 карты, то сможешь обменять их на бесплатное мороженое. Они точно заманят покупателей обратно. Мороженое, холодное лакомство. Всего лишь за 25. Давай. Супер, держи. Твоя карта в коробке, вы получили доброженное. Карта в сундуке 1. Взять карту. Оставим. Я хочу бесплатное мороженое. Давай еще. Дай мне еще, дай мне еще. Еще. Спасибо. Теряться сих, уй. Согласен. Два жука в сундуке играют в трехкарточную игру. Взять карту. Взять. Все игры когда-либо заканчиваются. Вы получили ударную карту. Карт в сундуке 2. Взять карту. Взять карту. В инвентаре нет места. Блять! Открыть сундук, да. Так. Иди нахуй, иди нахуй. Все. Карта в сундуке 2. Взять карту. Взять карту. Вы получили карту. Карта в сундуке 1. Ой, яйцо зачесалось. Ой, блядь. Взять карту. Взять карту. Ой. Уф, спасибо. Так. Эй, у тебя 3 ударных карты. Как насчет того, чтобы обменять их на доброженное? Это бесплатно. Да. Вот, бесплатное доброженное. Вы потратили 3 карты и получили доброженное. Здорово. Вот это я понимаю, здорово. Так, открыть сундук. Там. Да. Мне нужна палка и нож. Все, go. Go, go, go. Так, стоп. Сначала посмотрим, что справа. О, уточка, привет. Утенок. Стоит.
Вы слышите часть разговора? Так что, разве у тебя нет никаких желаний? Вы слышите часть разговора? Только одно, но... Оно немного глупое. Так. Блять! Идите нахуй! Звонок. Привет, это Папирус. Привет, Мазила, желаю удачного стрима. Привет, спасибо большое, Знат. Помнишь, когда я спросил тебя об одежде? В общем, та подруга, что хотела знать, ее мнение насчет тебя крайне убийственно. Но я знал, что ты уже в курсе. И раз уж ты знал об этом, я сказал ей, что ты сказал мне, что ты носишь выцветшую ленту. Потому что я знал, конечно же, что после такого слишком странного вопроса ты бы мог просто надеть другую одежду. Ты просто умница-разумница. Таким образом, ты в безопасности, и я никому не врал. Я никого не предал. Быть друзьями со всеми так легко. Что-то мне надо было, наверное, ленту снять, но я что-то не сообразил как-то. Я хочу утенка достать. Он, наверное, это вот сюда вот, блядь. Я хочу утенка. Вы слышите часть разговора. Не говори так. Давай, я обещаю, что не буду смеяться. Ой. Заебали. Ты тебя нахуй. Да блять, отъебитесь. Ой. Прям мужики, ну мне не... Вы играете мышцами, а Арон играет очень сильно. Он доигрался и вылетел из комнаты. Ха-ха. Сосамбо, уёбки. Сила, способная забрать их души. Сила, которую страшатся люди. Бля, подожди, я сначала... А что там впереди? Ой, не, пойду сначала схожу налево. Я там еще не был. Бля, музыка классная, да? Как будто бит какой-то начинается. Блять, заебали. Боже, опять вы, ну ёб твою мать. Помой меня.
Давай, хвастаемся. Вы играете мышцами, а Рон играет очень сильно и уходит нахуй из комнаты. Ну хотя бабки получаю, уже неплохо. Что это? Я не могу идти наверх почему-то. Как будто там что-то есть. Это пара балеток. Возьмете ли вы это? Да. Вы получили пуанты. Наденем их, хули, раз уж взял. Илья, а ты пчелки на СДФ поздравил? Человеку уже 32, между прочим, он сейчас подрубил. Не, не поздравлял. Надо поздравить, кстати. Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Блять, опять вы! Ребят, вы заебали меня уже, блять. Очень интересный факт. Эту игру создал один человек. Он же написал музыку. Гений ебаный, что сказать. Заебали меня уже, мужики, пожалуйста, отъебитесь, блядь. Ну реально, заебли. Блядь, зеленая. Найс, успел. Все, иди нахуй. Я не могу от них убегать, у меня не получается сбежать. Хотя он меня убьет, если я сейчас... И купальника не нужно. Иди в пещеру. Да я собираюсь и так. Я же иду направо, я хочу туда идти. Все, улетай нахуй отсюда, заебал. Ой-ой-ой. На-на-на-на-на. Ладно, сейчас деньги нафармил, нормис. Нафармил бабки и заебись. Погнали. На следующей сохранилке я заканчиваю, если что. Так что... Нормально, скоро закончу, не переживайте. Что это? Блять, а где уточка? Я хочу утку, блять. Запомни, хлопья, ты наебалово приятной игры. Хорошего стрима. Спасибо, Black Sugar. Что это за пенис, блядь? Прыщ какой-то вылез. Ребят, может отъебётесь, не? Ого. Эй, там, смотрю, ты проходишь здесь. Я Онион-сан. Слышишь? Ты в водопаде, ха? Здесь круто, ха? Тебе здесь нравится, ха? Да, мне тоже, это мое любимое место. Мужик, отъебись. Даже несмотря на то, что здесь становится все мельче. Я уже сижу на самом дне, но... Эй, все хорошо, это лучше, чем переезжать в город. И жить в переполненном аквариуме. Как сделали все мои друзья. Да, да, чел. И аквариум все равно переполнен, так что даже если бы мне захотелось... Хотя это нормально, слышишь? Андайн все исправит, слышишь? Я уплыву отсюда и заживу в океане, слышишь? А ты помнив? Эй, там! Это конец комнаты. Еще увидимся, развлекайся. Водопадье! Пиздец. Ебанутый. Нет. Смурена прячется в углу. Иди нахуй. Северная комната скрывает великое сокровище. А правая комната что скрывает? И этой силе нет равных, конечно, человек не может забрать душу монстра. Ведь когда монстр погибает, его душа исчезает. Потребуется невероятная сила, чтобы забрать душу живого монстра. Есть только одно исключение. Душа особого вида монстров, называемого монстр-босс. Душа монстров-боссов достаточно сильна, чтобы существовать после смерти. Лишь только несколько мгновений человек может поглотить такую душу, но этого никогда не случалось. И никогда не случится впредь. Ебануться.
ебан, блядь. Сколько можно, блядь? Долбоёб, сука. О! X выход. Это что? Навязчивая мелодия отражается эхом в зале. Хотите подыграть? Первые 8 нот будет достаточно. Здесь стоит пианино. Сыграть? Да. Что-то не понял нихуя. Я нихуя не понял, подожди. Здесь стоит пианино. Сыграть? Подожди, нет. А как мне понять, как играть? Навязчивая мелодия отражается эхом в зале. Хотите подыграть? Хочу! Первые 8 нот будет достаточно. Ну, где? Я не долбоёб, я Даня. Похуй, ладно, потом вернусь, наверное. Ого. Аро. Это статуя. У ее основания кажется сухо. Пожалуйста, возьмите зонт. Взять зонт? Взять. Вы взяли зонт. Принеси ему зонт. Бля, хоть подсказывать. Держи зонт. Поставить зонтик над статуей. Да. Вы поместили зонтик над статуей. Внутри статуи заиграла музыкальная шкатулка. Ой, блять, увидел. Стой. Точка вверх вправо, точка вниз вниз вправо. Да-да-да, быстрее. Точка вверх, вправо, вниз, вниз, вправо. Стоп, нет. Точка вверх, вправо. Блядь, куда ты ушел, нахуй? Что-то я забыл, блядь. А, там точка вперед, вниз, вниз. Точка вверх. Право, точка, вниз, вниз, вправо. Изи. Ля. Это легендарный артефакт. Возьмете ли вы это? Я возьму, мне похуй. В интересе слишком много собак. Чего? Надоедливый пес. А откуда он у меня? Вы выпустили собаку. Что, блядь? Собака поглотила артефакт. Чего? Артефакт пропал. Ну я понял, да. Ёб твою мать. Ебаная собака, блядь. Тун-тун-тун-тун. Взять зонт, взять. Чеснок. Пошли. Пошли за мной, и ты сам себе возьмешь зонт, урод, блядь. Я с тобой под одним зонтом не пойду. Я уже посмотрел, а Дань здесь нет. Поэтому, думаю, увидимся позже. Ха-ха. Все, наконец. Меня нахуй, не хочу с ним под одним зонтом идти, блядь. Йо, готов? Блядь. Отъебись. Ладно, пойдем, похуй.
Смотри, там мама бежит, блядь. Блин, Андайн такая крутая. Она колотит плохих ребят и никогда не проигрывает. Будь я человеком, я бы писался каждую ночь. Знаю, что она собирается поколотить меня. Ха-ха. Ха-ха-ха, блядь. Урод ебаный. Это в натуре динозавр, нахуй. В натуре, блядь. Это в натуре динозавр, ёпта. Хуй. Опа. Как-то попасть? Никак. О, однажды нам дали школьный проект, где мы должны были позаботиться о цветке. Король, мы должны обращаться к нему. Мистер Дримур пожертвовал свои собственные цветы. Он пришел в школу и рассказывал нашему классу об ответственности и всем таком. Что заставило меня задуматься. Йоу, как было бы круто, если бы Андайн пришла в школу. Оп, слышали? Спасибо за стрим, меньше, чем 3, меньше, чем 3. Спасибо, меньше, Влада, спасибо. Вам всем спасибо, ребят. Она могла побить всех учителей. Я тебя сейчас побью, нахуй, слышь, хуесос желтый. Ты дракон ебаный, а что ты за спиной повернулся, а что ты? А, он как Бристл Бэк сразу спиной, блядь, иглами. Вот уебан, а. Возможно, она не стала бы бить учителей. Она слишком крута, чтобы бить невиновных. Бля, чат, в натуре динозавры, ёпта. Опа. Ебать, замок. Смотри. Чел, смотри. Там замок, смотри. Угу. И чё? Блять. Пиздец. Не кидайте клип. Гайз, все, кто кидает клип с порнухой, пермач, ебашьте им. Если там, если это типа клип, в котором порнуха, просто пермач, ебашьте этим долбоебом и все. Вернуть зонт? Да, мне он нахуй не нужен. Пятерку забанили? Прискорбно. Вы вернули зонт. Так, как пройти-то? А наверх как залезть? Йоу, этот выступ слишком высокий. Ну, помоги мне. Ты хочешь увидеть Андайн, да? Сберись на мои плечи. Ага. Спасибо. Спасибо. Йоу, продолжай идти вперед. Не волнуйся на мой счет. Я всегда найду, где можно пройти. Окей. Короче, ну типа вы поняли, те, кто кидают порнуху клипом, им просто пермач ебуйте и все. Ну то есть я не знаю, сколько надо быть долбоебом, чтобы кидать. Вот, видите, вот новый чел, ему просто пермач ебите и все. Типа, насколько надо быть долбоебом, чтобы такую хуйню заниматься. О. Люди, напуганные нашей силой, объявили нам войну. Атака их была внезапной и беспощадной. Что-то оказывается, что монстры не такие уж плохие, видимо, люди хуже. Это побоище с натяжкой можно было назвать войной. Объединившись, люди стали невероятно сильные, в то время как мы слишком слабы. Ни одна душа не была поглощена, и почти все монстры были обращены в прах. Бля, люди хуёвые, получается, люди злые по лору этой игры. Слушая безмятежные звуки далекой музыкальной шкатулки, вы наполняетесь решимостью. Шо, все? На сегодня хватит, гайз? Я думаю, что хватит на сегодня. Поиграли, кайфово. Все? Ну да, мы сейчас еще с Тохой поедем. По делишкам, мальчишкам, все дела. Да, в принципе, там так и так-то Норбинс, нет, поиграли. Я считаю. Бам. Бамс. Шо, как вам? Как мы вам просто поток? Потребители. Одержимые внешние атрибутики.